стратегии ускорения для достижения цели прекращения эпидемии СПИДа к 2030 году. Под таким названием сегодня в Атырауском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД состоялся семинар. Главная цель – профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи. В ходе мероприятия обсуждались вопросы эпидемиологической ситуации в области, пути передачи и профилактики заболевания. С начала года в области ВИЧ-инфекции заразились 17 человек. Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 2 случая. Сегодняшний день проводится профилактическая работа среди молодежи в виде тренингов, круглых столов, акций, спортивных мероприятий. Цель этого семинара – улучшение ведения профилактической работы среди молодежи.